Итальянский писатель хочет написать книгу о войне в Украине. В основу сюжета лягут реальные истории украинских беженцев, об их потерях, боли и вере в победу. Все средства от продажи книги автор планирует направить на помощь украинцам. Марко Фаринаццо, 28. Он родился в провинции Вероны, профессионально играл в футбол. Сейчас мужчина работает менеджером по продаже, а в свободное время пишет книги. Это уже мои триллеры. С началом полномасштабной войны в Украине Марко не остался в стороне. Когда началась война, я тоже пошел волонтерить, я пошел готовить гуманитарную помощь. Но я осознавал, что вообще это недостаточно. Тогда Марко решил, следующую книгу он напишет о войне в Украине. Я решил писать свою книгу с рассказами беженцев, для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. Мне кажется, что большинство итальянцев или большая часть итальянцев предпочитает от этого отворачиваться, как будто это их не касается. Но, как я повторяю, это касается всего мира, это касается нас всех. Ольга и Инна – беженки из Николаева. Женщины делятся с Марко своими историями. Первый обстрел, когда был, мы реально прятались в таборе. Мы сидели с детьми просто, мы не знали, что делать. Мы вот так вот все в кучку сели и сидели, ждали, пока это закончится. Практически 2 месяца женщины с детьми провели под обстрелами. Поначалу покидать родной город не хотели. До тех пор, пока очередной российский обстрел не забрал множество жизней. За 10 минут до обстрела зашли домой. За 10 минут. Мы только зашли, через 10 минут начинается обстрел, мы в эти коридоры, в тамбуры, и потом, когда это все закончилось, мы вышли на улицу. На улице просто лежали уже мертвые люди, а остальные были ранены. И приехала скорая, сразу же полиция, военные, все сразу туда приезжали, начали спасать людей, забирать все. После услышанного Марко переполняют эмоции. Я вообще не могу понимать, почему такое насилие к народу, к простым людям, и почему все это такое происходит. Марко планирует помочь украинцам не только информационно, но и финансово. У меня вот такой план, чтобы все доходы от продаж книги пошли к вашей армии или к вашим ассоциациям, которые помогают людей. Книгу Марко планирует презентовать уже до конца лета.